Естественно, пока механизм работает, он работает, а потом возникает, могут возникнуть заедания механизма замков. Ну, на данный момент мы просто проверяем целостность оборудования после того, как они простояли. Естественно, проверяется работа лифта и всех блокировочных систем, то есть системы безопасности. Ну, за день мы проходим осмотр, делаем 20 лифтов, каждый механик, для того, чтобы убедиться, что оборудование все целое.